Астана, напомню, баунс-сервис, вот от БМВ. Ну и Алмата у нас стоит на дистанцию и будет пытаться отвоевывать свои преимущества в этом заезде. Смотрите, не по секрету, что здесь показалось. Да какая разница, в общем-то, и просто Субару можно брать. Да, друзья мои, мне сказали по секрету всего следу. Ну, во-первых, давайте вспомним, что Astana Motors с торговой маркой Субару у нас выступает генеральным спонсором. А ну и второе, друзья, оказывается, все фотографии сегодняшнего мероприятия, ну, равно как и друзья, выступает нашим главным партнером и нашим другом компания Astana Motors, можно искать в Фейсбуке, в социальных сетях Subaru Казахстан, это очень легко найти. Заходите, ищите, там в том числе и наших спортсменов, которые... Фишку словил, причем обе. Ну что ж, по одному, так, по одному проводим жеребьевку.